За детей в садиках с 1 октября придется платить больше. На несколько дней перекроют железнодорожный переезд, и октябрь вернет кировчанам теплую погоду. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». С 1 октября этого года увеличатся платы за детский сад. Об этом сообщили в администрации города. Скачок произойдет на 25%. В месяц родителям детей от 1 до 3 лет, которые ходят в группу на полный день, придется платить 2700 рублей. Если ребенок посещает группу кратковременного пребывания, то в среднем плата составит около 2000. Для взрослых группы детей от 3 до 7 лет, которые ходят в группы с режимом полного дня пребывания, родители будут платить 3200 рублей. Железнодорожный переезд на улице Потребко Операции перекроют на 3 ночи. Начиная с 29 сентября и по 1 октября с 9 часов вечера и до 6 утра нельзя будет проехать. На переезде будут менять подъемные плиты. Объехать закрытый участок можно по путепроводу в Чистых прудах. Пропуск спецтранспорта через переезд будет организован в оперативном режиме. С начала года в Кировской области изъяли 11 тысяч литров нелегального алкоголя. Такие цифры приводит пресс-служба областного правительства. Эти данные можно сравнить с годовым потреблением питьевой воды 15 человек. Также по сообщению ведомства стало известно, что случаев распития алкоголя в общественных местах в регионе уменьшилось на 10%. В октябре начнется постепенное потепление. Золотая осень продлится как минимум 10 дней в начале октября. Будет теплая погода без дождей. Метеорологи называют это запоздалым бабьим летом. Зонты на время кировчанам можно отложить, а теплую одежду не стоит. До конца этой недели температура не поднимется выше 10 градусов.